Привет, с вами канал Фактория. А этот будильник создал какой-то садист. Нет, он не делает ничего плохого. Он просто заставляет вас улыбаться прямо с утра. И пока вы ему искренне и от души не улыбнетесь, он продолжит верещать. Представляю эту улыбочку с утра пораньше. Чтобы эффективно просыпаться, нужно дать этому будильнику пароли своих кредитных карт. Как только наступает утро, он радостно начинает отправлять небольшие суммы на счета разных благотворительных организаций. И так будет продолжаться до тех пор, пока вы его не выключите. Как насчет загадок на проверку интеллекта спросони? Не знаю, как у вас, а у меня с интеллектом по утрам не очень. Так что такой будильник у меня бы не прижился. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Простое приложение на телефон, которое гарантированно вас разбудит. Все, что требуется, это в течение нескольких минут сильно трясти устройство. А вы когда-нибудь пробовали трясти рукой и одновременно спать? Вот то-то и оно. Ну, после радикальных мер пробуждения переходим к спокойным. Этот будильник устроит в вашей комнате настоящий восход солнца, что позволит вам проснуться без мучений и в прекрасном настроении. Ну и если просыпаться от звонков бездушной техники вам не нравится, то можете зарегистрироваться в приложении «Буддист». Тогда вам позвонит случайный живой человек в указанное вами время и настойчиво напомнит, что пора вставать, а потом можно будет просто поболтать со своим будильником. Чтобы заткнуть этого представителя семейства будильников, нужно хорошенько потянуть за ручку. Вот только ручка будет постоянно подниматься наверх, раз за разом вынуждая вас вставать, пока не проснетесь окончательно. Может быть, кого-то обрадует идея просыпаться и сразу читать, для чего вообще нужно вставать в такую рань. Но если такой стимул на вас действует, то есть специальные будильники с табличкой. Не будильник, а настоящее произведение искусства, который к тому же любезно сварит кофе к моменту вашего пробуждения. Вот это уже неплохой повод для того, чтобы проснуться. Если человек спит настолько крепко, что чихать хотел на все будильники, то этот образец то, что доктор прописал. В назначенное время он начинает шуметь с громкостью 130 дБ. Чтобы вы понимали, масштаб трагедии – это громкость рок-концерта. Спать после этого в доме не сможет никто. Представьте, вы сладко спите, и ваша подушка начинает вас пинать. Причем, если вы вновь попытаетесь на нее лечь, она продолжит заниматься этим неприятным занятием. А как вам идея в буквальном смысле задушить свой будильник? Нет, понятное дело, что идея вам нравится, но конкретно эта модель не перестанет верещать, пока вы не сдавите его шею. После предыдущих моделей будильник, который пытается разбудить вас различными голосами птиц, практически наверняка обречен на неудачу. Хотя, безусловно, птички могут стать приятным дополнением к утренним снам. Что делает человек, которого пытаются разбудить? Правильно, он отмахивается. От этого будильника тоже можно отмахнуться, вот только шнур, на котором он висит, будет все время укорачиваться, и в итоге придется встать. Создатели этого будильника предлагают вам самостоятельно выбрать звук, который вас разбудит. Для этого нужно просто положить в стаканчик какой-нибудь предмет, который будет там болтаться. А как вам идея просыпаться под звуки музыки ветра? Не знаю, может, если вы уже познали дзен, ну или проспали до обеда, то такой будильник и сможет вас разбудить. В остальных случаях его польза сомнительна. Этот будильник не просто так выглядит, как сирена оповещения о пожаре. Он и звуки издает соответствующие. От такого шума гарантированно проснутся все в доме. Ну, если будильники, которые заставляют вас понервничать, вам надоели, то можете немного расслабиться с помощью ароматерапии. Вас разбудит выбранный вами комбинацией запахов. Создатели этого будильника явно знают толк в быстром пробуждении. Знаете, что отлично бодрит с утра? Хороший разряд тока, который вы получаете при попытке отключить ненавистный будильник. Как насчет чашечки капучино с утра прямо в постель? Да, есть будильник, который любезно приготовит его для вас к моменту вашего пробуждения.
Чтобы отключить этот адский агрегат, нужно поймать минимум 5 шариков в игровом автомате. Если вы думаете, что это простое занятие, значит, вы в такие автоматы никогда не играли. А это чудо техники не только умеет мастерски изображать кукареканье петуха, но еще и плеваться яйцами по всей комнате. И пока вы их все не найдете и не сложите обратно в гнездо, будете ощущать себя как в курятнике. Почему бы не начать свое утро с запуском баллистической ракеты? Только учтите, что вам предстоит эту ракету искать, иначе придется слушать вопли будильника весь день. Этот будильник тоже проверяет вашу меткость, только целиться придется специальным пультом с лазерной указкой и попасть требуется точно в яблочко, что с просонья сделать не так уж просто. Есть и обратные варианты будильников, которые разбудят вас вовсе бесшумно. Это кольца и браслеты, которые будут очень тихо жужжать, когда настанет время просыпаться. Для желающих оказаться в армии есть будильник, который разбудит вас звуком армейского горна. А если этого будет недостаточно, то добавится порция отборной сержантской брани. Если убегающего будильника вам показалось недостаточно, то как вам будильник, который будет от вас улетать? Пока вы его не поймаете и не вернете на место, комната будет наполнена оглушительным писком. Думаете, это просто милый будильник в виде мячика? Ну, почти. Чтобы его выключить, нужно хорошенько ударить им об стол или об стену. Главное не попасть при этом во что-нибудь хрупкое, например, в окно. Впрочем, не все будильники такие жестокие. Есть вот такой в виде подушки, которая будет понемногу начинать светиться, облегчая таким образом ваше пробуждение. Выместить все свои негативные эмоции по поводу наступившего утра можно вот на таком необычном будильнике, который отключается только после того, как по нему хорошенько вдарят. Очень милый маленький будильник с огромным динамиком сбоку, который выглядит совершенно безобидно, пока не настало время пробуждения. Тут-то и выясняется, что сверху на нем не просто красивый узор, а кусочки головоломки, которые разлетаются по всей комнате, и будильник не замолчит, пока вы не поставите их на место. А это вариант попроще для детей, которые не хотят просыпаться в детский сад. Он тоже отказывается выключаться, пока не будет решена головоломка. Поначалу этот будильник начинает просто безобидно пищать. Вот только если на него не реагирует какое-то время, он очень реалистично имитирует звук взрыва динамитной шашки. Как вы будете объяснять это соседям, которые наверняка вызовут полицию, это ваши проблемы. Не знаю, каково это просыпаться от звука мотора гоночного болида и узнавать не хочу, но если есть желающие, то для вас придуман вот такой будильник. Хороший вариант проснуться для тех, кто мечтает о карьере в кино. Каждый день начинается как новый дубль с режиссерской хлопушки. Знаете, в чем проблема большинства будильников? Их слишком легко выключить, но конкретно этот способен довести до белого коленя абсолютно любого человека, потому что вместе со звонком он начинает от вас убегать, при этом не переставая звонить, разумеется. У вас есть среди знакомых знатные лежебоки, которых ничем не выманишь из постели? Ничего, эта милая граната справится. Выдергиваешь из нее чеку и бросаешь под кровать сладко спящему человеку. После этого у него есть 7 секунд на то, чтобы ее найти и нажать на кнопку. Иначе эта безобидная с виду игрушка будет орать так, что проснутся даже люди в соседних домах. А это настоящий будильник-вымогатель. Для того, чтобы его отключить, нужно положить в него нужную сумму в монетках. Вы вообще пытались с утра пораньше искать, а потом считать монетки? Неплохой способ проснуться. Знаете, какой действенный способ проснуться? Просто встать. Именно этого от вас и будет требовать данный будильник в виде коврика, который будет противно верещать, пока вы не встанете на него всем своим весом. Многих может вытащить из-под одеяла только обещание отличного завтрака. В данном случае его приготовление возьмет на себя будильник, который любезно пожарит бекон. Чтобы заставить этот будильник замолчать, нужно прикрепить его к специальному ремню и в течение 2 минут вращать со строго определенной скоростью. Если она начнет замедляться, то отсчет сбрасывается и придется начинать сначала. Многие пытались просто вытащить из него батарейки, но там предусмотрительно установили автономный источник питания.
Просто очень стильный будильник, который разбудит вас имперским маршем. Очень вдохновляет встать и отправиться покорять вселенную. Признайте, у вас возникало желание выстрелить в свой будильник из какого-нибудь крупного калибра? Представьте, есть будильник, который только этого и ждет. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.